После этого азербайджанского солдата на носилках уносят в машину. Типа его увозят в госпиталь, а позже отдадут азербайджанской стороне. Вот так вот заканчивается все красиво. Но через 2 дня один из подписчиков мне отправляет интересное видео. То того самого солдата везут в машине. И он на азербайджанском спрашивает, куда едем. Хорошо видишь, как домой попал, долбоёб. Вопрос такой, сколько еще пропавших таких солдат, о которых мы не узнаем? Куда смотрят российские миротворцы? Я даже предполагаю, что его могли увезти на органы. В 90-е годы так делали армянские боевики с азербайджанскими женщинами и детьми. Вот, кстати.